Летась у Брэсской области было выявлено больше за 6 тысяч новых выпадков онкологичных захворываний, а по всей Украине – амаль 50 тысяч. Рак скуры, страуника, легких, молочной и шитоподобной залоз по-ранейшему занимают лидирующие позиции. Основным профилактикой онкологии является ранняя диагностика. Для этого в области активно работают скрининговые программы. Усяго их 4 по выявлению рака молочной и простолевой залоз, толстой кишки, а так само шейки матки. С каждым годом все больше и больше пациентов обследуются по скрининговым программам. Мы имеем определенные успехи, но говорить о глобальном успехе пока что рано, потому что, чтобы получить эффект от скрининговых программ, то есть снижение заболеваемости, снижение смертности от рака, должно пройти много лет. Смяротность от рака пока что застается одной из самых распространенных и уступает только смяротности от захворывания системы кровозвороту. Что год у свете от онкологии сходит життя около 10 миллионов пациентов. Однако немало и тех, кто все ж таки перемагая хворобу. Я хотел бы поблагодарить, конечно, тех пациентов, у которых хватило мужества организовать общественные пациентские организации, участие которых немаловажно в процессе лечения и реабилитации наших пациентов. И вот этот девиз «Я есть и буду» – это не только девиз пациента онкологического, но и, конечно, нас, врачей, которые могут сказать, что мы боремся и будем бороться с раком. И я думаю, что, конечно, рано или поздно мы его победим. Брэсский областный онкологический диспансер мае все необходимое обсталявание для диагностики раковых захворваний. Сёлета чекается запуск устроя нового эмиссийного томографа у складе новой радиоизотопной лаборатории, поступления нового компьютерного томографа у Пинский онкологический диспансер. До речи, в 2019 году в области были усталяваны 3 новых маммографичных аппарата. Закуплены новые дерматоскопы. Ганна Бекеш, Сергей Матвійчук, телерадиокомпания «Брест».